В уникальности Сарова нет сомнений. Город, в котором переплелись православие и наука, всегда привлекал внимание туристов за КПП. Попасть в наш город может далеко не каждый. Грамотно и интересно показать все достоинства, знаковые и уютные места счастливчику могут добровольцы. В молодежном центре прошла встреча школы волонтеров гостеприимства из ВИКСы. Волонтерство гостеприимства – это движение тех, кто любит свой край, свою родину, свою малую родину, свой город. И тех, кто хочет об этом рассказать всему миру, всему свету. Мы хотим обучить ребят, найти активных ребят, которые будут готовы присоединиться к движению, стать волонтерами туризма и гостеприимства и рассказывать про город Саров. То есть в идеале наша мечта такая, чтобы в каждом муниципалитете, в каждом городе Нижегородской области было муниципальное отделение этого большого движения. Первые волонтеры гостеприимства появились в 2019 году в Ставропольском крае. За 5 лет движение охватило 47 регионов России и дружественные страны. Волонтеры из ВИКСы создали в нашем регионе выездную школу, в рамках которой посетят Бор, Павлово, Саров и Навашино. В 2023 году я выиграла грант в рамках конкурса «Драйвера роста». Это наш областной грантовый конкурс на проведение выездных школ. Ребята, благодаря участию в наших мероприятиях, на самом деле сами узнают, какие же интересные места есть у них в городе, и что они зачастую забывают, что туда тоже можно сходить, отдохнуть, где-то как-то развлечься, покушать, что-то посмотреть. В ваш город попасть сложно, но ребята могут делиться этим на медиаресурсах, снимать видеоролики, писать статьи, рассказывать, какой же интересный город есть, хоть сюда и трудно попасть. Гости познакомили саровских студентов и активистов со своим проектом, провели тренинг по компетенциям. На креативной сессии саровчане создали туристический маршрут города. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.